Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Страница 37. Упражнение номер 22. От двух противоположных берегов пруда навстречу друг друга проплыли одновременно два пловца и встретились через 10 минут. Первый плыл до встречи со скоростью 8 метров в минуту. Второй со скоростью 12 метров в минуту. Найди ширину пруда. Итак, для того, чтобы решить эту задачу, мы сначала узнаем скорость сближения данных пловцов, так как они плыли навстречу друг другу. Скорость первого пловца 8 метров в минуту, скорость второго 12 метров в минуту. Чтобы узнать скорость их сближения, нужно 12 прибавить 8. Это получится 20 метров в минуту скорость сближения пловцов. Им они плыли 10 минут, то есть за каждую минуту они проплывали 20 метров и плыли 10 минут. Чтобы узнать, какое расстояние они проплыли за это время, а это и будет ширина пруда, нужно скорость умножить на время. 20 умножаем на 10, получается 200 метров в минуту ширина пруда. Можем записать ответ. 200 метров ширина пруда. Теперь нам нужно изменить задачу так, чтобы она решалась. 200 разделить на 10 и вычесть 8. Получится 12, ответ 12 метров в минуту. Тогда задача станет следующей. От двух берегов пруда, ширина которого 200 метров, навстречу друг другу проплыли одновременно два пловца и встретились через 10 минут. Первый плыл со скоростью 8 метров в минуту. Найди скорость второго пловца. В этом случае мы делим 200 на 10, расстояние на время. Таким образом мы получаем скорость сближения пловцов. И так как нам известна скорость первого пловца, то нужно из скорости сближения пловцов вычесть скорость первого пловца. И у нас останется скорость второго пловца 12 метров в минуту. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.